Парк Львов-Тайган в скором времени может снова открыть свои двери для посетителей. Его владелец Олег Зубков встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Для возобновления работы самого большого в Европе питомника львов и других видов животных нужно решить ряд проблемных вопросов. Среди них назначение земли, на которой расположен тайган, дальнейшая судьба зданий и сооружений на территории парка, поскольку сейчас они запрещены к эксплуатации, и подан иск на их снос. Кроме того, необходимо оформить землю под обустройство парковки для машин. Надеется Олег Зубков, что после встречи с главой республики решится и вопрос с одними из самых популярных в Крыму букв. Напомним, ранее суд постановил их снести. Точную дату открытия парка Олег Зубков пока не называет. По его словам, она зависит от того, как быстро будут выполнены поручения Сергея Аксенова. Вчера вечером состоялась встреча главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, на которой были очень конструктивно проговорены вопросы решения проблем вокруг парка Тайган, зоопарка Сказка, которые накопились за последнее время. Вот глава республики подчеркнул, что все будет решаться в положительном ключе.